Всем привет, на связи Лангази. А вы, наверное, по названию этого ролика уже поняли, что сегодня у нас гайд на американскую казарку. На вот такую вот. В общем, присаживайтесь поудобнее и погнали. Обитает казарка всего лишь на одной карте, и это Хиршфельден. Больше ни на какой карте ее нету. На ее есть два вида манка. Это дальний манок, которым я на данный момент маню в видео. И ближний манок. Он такой синий. Для чего дальний манок? Дальний манок для того, чтобы привлечь казарку в принципе. Чтобы она начала спускаться с неба. А вот ближний, это уже чтобы они ближе подлетели. Но если у вас, ну, немного чучел, как вот у меня 6 штук, то ближний манок можно и не покупать. Он абсолютно не обязателен. Казарка – самый крупный из гусей, обитающих в The Hunter Classic. Ее вес достигает 10 килограммов. И это довольно прилично, я вам скажу. Как для птицы. Как вообще и с чем на ее охотиться? Охотиться на казарку легко. Это не МакПегус, она довольно медлительна. С чем на ее охотиться? Вам понадобится чучела. Можно и с одним чучелом охотиться, но это маловато. Если у вашего друга тоже есть чучело, то позовите его, скооперируйтесь, и у вас будет большее количество. Чем больше чучел, тем лучше привлечение идет. Одно чучело это 1 от 24 от максимального числа, ну то есть от 100%. 24 чучела это 100% шанс привлечения. У меня 6 чучел, соответственно, каждая четвертая стая приманивается. Какое использовать оружие? Понятное дело, что ответить на этот вопрос довольно-таки трудно. Как такового конкретного оружия нету. Кто хочет охотиться с двухстволками, кто хочет охотиться с маиста, кто хочет охотиться с помпой. Но если вы уж хотите максимально убойный сет, максимально убойный сет это помпа и 17 HMR. Только не забудьте, что для 17 HMR надо зарядить синенькие боеприпасы, а не прозрачные. Этот сет очень и очень хорошо кладет казарок. Также для охоты вам понадобится засидка. Но ее стоимость довольно большая, 7650 GMS, и можно охотиться и без нее. Я сколько охочусь на казарку, около полутора лет я на нее охочусь. Все время я охотился без засидки, и все отлично получается. Просто вы стреляете не стоя, а ложитесь, и когда казарка подлетела на расстояние для выстрела, то встаете и стреляете. Поверьте мне, все у вас будет получаться, если вы немного приноровитесь. Теперь о калибрах, которые разрешены на казарку. На казарку разрешены такие калибры, как 10 калибр дробь, 12 калибр дробь, 16 калибр дробь, 20 калибр дробь. Также разрешены 22 LR и 17 HMR. Вот такие калибры разрешены на канадскую казарку. Также, если вы хотите играть прям вообще без вложений, то можете поискать сервер, где кто-то охотится на канадскую казарку. Зайти к нему и попросить, чтобы он вас принял, если вы прям уже совсем новичок. Но не нужно там кому-нибудь срывать охоту, а то вас забанят. Имейте в виду. Также у канадской казарки полное GMS-овое равноправие между самками и самцами. Бывает даже, что самки стоят дороже. Вот так.
То есть без разницы, самка или самец, какой вес только и получите от GMS-а. Ну, фармить на казарках довольно тяжело, так как средняя их стоимость это 25 GMS-ов. И по сравнению с тем же МакПи, у которого 60, это, блин, мало. Это очень мало. Но все равно все, ну, кто раньше фармили и сейчас фармят, и вроде бы нормально у них получается. Если же вы хотите поохотиться на казарку в удовольствие, то я порекомендую вам 16 калибр, ну, либо же любую из двух стволок. С ними довольно интересно охотиться на казарку. Это не так результативно, я скажу сразу, как помпа 17 ЧМР, но охотиться интереснее. Вообще, вот если рекомендовать оружие, то на первом месте идет помпа, потом маиста и потом уже блейзер F3. Потому что у него перезарядка спортивная. Спортивная перезарядка, она довольно быстрая. И раз 4 вы точно 100% успеете выстрелить по казарке. В общем, вот самый, если хотите убойный сет, берите помпу и 17 ЧМР. Отвечаю вам, не прогадаете. Также казарку можно встретить на полях, когда она кормится. Но это довольно редко случается. Поэтому не надейтесь особо, что вы ее встретите. Я ее встречал только несколько раз, да и то было случайно. Вот, я отметил на карте места, где я видел их сидящими. Вот здесь я их видел. Много раз я видел их возле чучел, но это за счет того, что сами чучела стоят. А вот если хотите, вот где я видел без чучел, это вот тут, вот тут, вот тут и вот тут. Но я их скорее опознал по крику, чем просто увидел. Увидел только один раз. Если, в принципе, приловчиться, то можно сбивать по 3 казарки даже из одностволки. Я сбивал, я знаю. Это не так уж и трудно, если вы потренируетесь. Поэтому, если кто-то вдруг хочет, то можете мне написать в комментариях. Я создам карту и с вами поохотимся, если у вас вдруг нету чучел. На этом, в принципе, у меня все. Играйте в The Hunter Classic. Желаю вам хороших трофеев и не болеть. На связи был Лангази. Всем спасибо. Все свободны.